Зачем паук плетет паутину? Это его хобби. Это наряд паука. Наверное, чтобы предсказывать погоду. И для него это лучший дом. Спать на ней, как на коленке. Чтоб прыгать на ней, как на батуте. Паутина – это пакет для паука. Чего не знают и не понимают родители? Они все знают. Зачем им ходить на работу? То, что детям нужен иногда отдых от занятий. Когда никого нет дома, я люблю поорать. Родители им понимают, что ребенок хочет. Меня мама когда-то о чем просит, она меня сводит с ума. Я очень люблю пить воду с сахаром, но мама этого не понимает. Как поднять себе настроение? Поехать на море. Попрыгать на одной ноге. Ну или немного сладенького, если совсем чуть-чуть. Слишком много нельзя. Нужно танцевать и слушать веселую музыку, а еще петь. Поехать на дачу на шашлыки. Вспоминать старые воспоминания или поиграть с игрушками. Пойти в студию красок. С кем можно дружить? Со своими друзьями. Например, со мной. У меня в школе огромная толпа ребят. Просто просят с ними дружить. С девочками. С отличником. С тем, у кого есть у тебя дружеский обмен. Друг тебе что-то дает. И ты ему что-то взамен. Это дружный обмен. Я дружу с тетей, ей 9 лет, а мне 7. Ты часто врешь? Но я не вру вообще. Редко, но редко. Я вру по делу. Ультра-пультра-гультра редко. Сейчас уже нет. Мне не разрешают врать, а хотелось бы. Что ты делаешь, когда не можешь уснуть? Считаю овечек. Я всегда хорошо усыпаюсь. Прошу маму прочитать мне сказку. Немножко поиграю, чтобы вымотаться. Руки вот так вот под голову делаю, закрываю глаза и засыпаю. Я, кстати, под телек засыпаю, тогда лучше. Мама мне читает книжку. Включить фильм ужасов. Самый лучший подарок на день рождения – это… Книжечка. Мелкая Лего. Я каждый день рождения только этого и хочу. Камера, чтобы снимать блоги. Это, конечно же, домик. Лоу, я всегда о нем мечтаю. Кукла на шарнирах. Велосипед. Огромный. Зеленого цвета. Кружит. Долго объяснять. Что такое веснушки? А что это такое? Может быть, это детки весны. Это такие родинки только на лице. Это грязь. Веснушки передаются по ветру. Это загар появляющийся. Что такое веснушки, я не понимаю. О чем вы говорите вообще? Как научиться завязывать шнурки? Надо завязать узелок, а потом два ушка, а потом ты перевязываешь одно ушко и затягиваешь за ушко. Если ты не будешь учиться все еще завязывать шнурки, тогда ничего не получится. Через дырочку вот так делаешь и затягиваешь. Я и сам почти не умею. Просто взрослого попросить. Сейчас подумаю. Мама, помоги, пожалуйста. Почему желтеют листья? Просто так природа их придумала. Они меняют свою окраску. Я могу в букваре прочитать. Потому что зеленина исчезает. Потому что осень наступает. Как выглядят инопланетяне? Это такие… Это такие высшие человечки, у которых вообще нет волос, ни волосинки. Они все такие зеленые, ну, они не существуют. Вот мы в садике рисовали вот такого марсианина. Там у него вот так было. Потом мы вот так голову прямоугольником нарисовали, а уши были вот такие у нашего марсиана. А у Ков было два пальца. Думаю, что это такой зеленый чудик. У него будто бы антенна на голове, палочка, как перевернутый знак внимания и один глаз. Здравствуйте, мы инопланетянины. Как выйти замуж? Нужно найти жениха. Например, в магазине. Во-первых, девчонка должна
Девочка должна красиво одеться. Я уже Кирилла столько раз поцеловала. Надо как бы там найти свою любовь. В баре-то много мужиков. И тогда выйдешь замуж. Что нужно сделать, чтобы стать президентом? Ну, сначала. Надо кого-то спасти или долго воевать на войне и выжить. Стать уважительным, быть вежливым. Надо быть культурным человеком. Нужно что-то сделать для людей хорошее. Что такое любовь? Любовь – это когда ты даришь подарки. Что-нибудь чувственное. Целуешься, обнимаешься. В кино там ходишь всякое разное. И еще когда в глазах сердечки. Я уже поцеловал 64 девочки. Любовь – это все одним словом сказать. Почему бревно не тонет в воде? Потому что бревно не мокрое. Оно не тяжеловесное. В бревне есть дупло, в котором сидит белка, которая отправилась в плавание. Дерево никогда не тонет, ведь правда? Почему в холодильнике холодно? Выяснилось, что в холоде молочные продукты, там всякие, не портятся. Потому что там живет Дед Мороз, куча маленьких Дед Морозов. Холодильник – холод, морозильник – мороз. Все понятно? Почему комар сидит на стене и не падает? Держится своим носом. Наверное, стену недавно покрасили, и он прилип. Да, может быть такое. Это комариный секрет. Почему море синее? Наверное, царь морской иногда подкрашивает. Потому что в нем киты плавают. Они же синие, вот и море синее. Потому что туда добавляют синьку. Оно отражается от неба, а небо отражается космосу. Если бы этого не было, отражение, тогда бы море было просто бесцветное. Зачем чистить зубы? Какой-то умный человек это сказал. Я иногда забываю почистить зубы. Можно не чистить зубы, а можно жевать жвачку. И молочные все равно выпадут. Откуда берется пыль? Из космоса. Пыль берется из форточки. Еще выхлопной газ – это тоже пыль такая. Из трубы идет тоже пыль. Пылесос сначала всасывает и потом высасывает пыль. Мама моет, все отпылить никак не может. Что делать, если ты простыл? Нужно надеть шапку, куртку, 1000 пальто. Микстуры всякие горькие пить. Можно в телефоне даже полазить. Если, конечно, мама разрешит. А можно и без разрешения. И смотреть видосы, как я. И ты быстро вылечишься.